Жители центральной части России утром 2 ноября смогли почувствовать себя ежиком из известного мультфильма про туман. Видимость во многих регионах была 100 метров, а то и ниже. Тверская область не исключение. В чем причина и какая погода нас ждет на предстоящие праздники, выяснял Роман Быков. Вообще, туман – это вполне нормальное явление для поздней осени, тем более в наших краях. Однако нынешний все-таки стоит особняком. Причина – антициклон, когда ночью в безоблачное небо ушло все тепло, и температура упала ниже нуля. По области доходило в отдельных районах и до минус 5. Вчера днем температура, наоборот, была плюс 10 градусов в основном на территории всей области. И вот на контрасте температур на безоблачном небе вот погода с нами сыграла такую штуку. Кстати, видимость по области местами снизилась до 100 метров. Утром 2 ноября это было хорошо видно в центре Твери, когда люди и автомобили буквально появлялись из ниоткуда и также исчезали в никуда. По счастью, машин было намного меньше обычного. То ли из-за праздников, то ли из-за погодных условий. Конечно, долго все это не продлится, отмечают синоптики. Туман начнет рассеиваться по мере повышения температуры воздуха. А тепло Верхней Волжи еще обещают, причем неплохое. Температура воздуха в ночные часы будет близка к нулю градусов, но все равно больше плюса будет, чем минуса, да. Ну и дневные часы тоже вот где-то вот до 10 градусов, то есть основной фон, ну, 7-10 градусов. Таким образом, на ноябрьских праздниках погода в Тверской области снова вернется к октябрьским значениям. Правда, за такое тепло нам придется помокнуть. Ожидается, что в Верхней Волжье придут дожди, причем иной раз они могут быть довольно интенсивными.